Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим лимонный кекс. Очень простой рецепт десерта к чаю. Берем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем. Далее, не прекращая взбивать, добавляем яйца и сливки. Добавляем муку и разрыхлитель. Продолжаем взбивать. Добавляем цедру. Перемешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. Наливаем в форму. Отправляем в разогретую духовку выпекаться до готовности при температуре 200 градусов. Кекс готов. Достаем из формы и даем остыть. Вот такой нежный лимонный кекс у нас получился. Желаю всем приятного аппетита!